Здорово, Андрюха. Привет. Слушай, начало рабочего дня нам сегодня надо очень хорошо поработать. Потому что знаешь, что сказали? Что если мы на 10% перевыполним план, нам и зарплаты тоже на 10% больше начислят. Подожди. А если мы на 20% план перевыполним, на что? На 20% зарплат повысится. Ну, похоже, что так. А если на 30%, тогда и на 30% больше зарплаты получим. Слушай, а если на 40% мы план перевыполним, значит, на 40% зарплата получит-то больше, а? Да, это ж какие деньжищи, а? А если мы на 50% перевыполним план? А если мы с тобой на 10 тысяч план перевыполним, по катеру купим и на рыбалку в Астрахань поедем? Ха-хай! Еще и моей жене на шубу хватит. Опа! Смена кончилась. Слушай, а мы с тобой так нифига и не сделали. Да ладно, ничего. Мы с тобой завтра на 20 000% план перевыполним и сегодняшний день перекроем. Мы завтрашний еще такую кучу денег заработаем, что вообще ничего не страшно. Слушай, у нас с тобой такие деньжищи почти в кармане. До конца жизни работать не надо. Пойдем, я домой. А умирать кто будет? Кто-кто? Гувернантка? А, логично.